Всем привет, ребятки из Нью-Йорка. Какой у нас сегодня шикарный день. А вот уже и муж мой приехал. Мы едем по делам. No, I can't walk like this. Остановились, купили два вот таких больших пирожка. Он говорит, пошли на ходу поедим, потому что мы спешим. А такой один пирожок, конечно, вкусный, большой, но стоит $6. Он огромный, вкусный, с курицей купили. Называется импанада. Это колумбийские такие пирожки. Так на улице стоим, кушаем. Да, очень вкусное, да. Сделали мы свои дела, вернее, ничего мы не сделали. Ездили, знаете, куда? Делать страховку, медицинскую страховку мужа. Мужу попросили очень много денег за это. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Ну, муж отказался, говорит. Пока себя хорошо чувствую, слава богу, не надо мне страховка. Я себе страховку сделала. Это хорошо. Едем мы за продуктами. Завтра собираемся съездить навестить мамочку. Я хочу что-то ей приготовить, такое диетическое. Едем в европейский магазин. Что купить? Икры, наверное, купить, колбаски. Babe, caviar, you want caviar? Oh, yes. We can afford, yes. Он любит, очень любит эстонскую колбаску. Там такая колбаса вкусная продается. Сейчас нужно заехать попить кофе. Там мы перекусили, муж такой голодный был. Перекусили этими пирожками уличными. А, хочется кофе. Я сегодня даже свой утренний чай не пила. Break it. I said, on his bill, right? Да, идем вот этот Париж багет. Bill Gates. Очень любим, да. Очень любим эту кафешку, выпить холодный кофеек. Да, да, baby, бегу, бегу, бегу. You sent me the picture? Да. Где там? Три продавца, никто к там не подходит. I don't want sugar. That's my coffee. You get yours with sugar. I don't want sugar. Okay. Seat belt for the coffee. Now working seat belt for the coffee. Hi. Well, how about the coffee get hurt? Пристегивает мой кофе. Боже, смешной такой. В прошлый раз покупали эту кильку, ему так она понравилась. Понравилась. Три банки собака. Взял. Здесь ходит собака. Какая собака. А какая икра не соленая? Можно попробовать? Babe, go try the caviar. Try. She's gonna give you one more. Попробуй эту. No, you pop. Which one you like more? Perfect. Yeah? One more. No. Вкусная? Да. The last one? Yeah, спасибо большое. Here. Look, what hand? Right. What about right cheese? What about cheese? Oh, we're gonna call here empty. Marinara, cocktail sauce. No. Look, the mayonnaise, mayonnaise with those eggs. Look. We got mayonnaise. We have mayonnaise. Those olives. Holy crap! Выбор оливок здесь, look, конечно. Even with ketchup inside, look. With ketchup. Oh, wow. Это морковка там. Да, да, выбор оливок, конечно, шикарный. А бери, какие любишь. Грибочки даже есть. Маслята. Look at those mushrooms. How was this? Where? Накупили всего вкусного, столько вкусняшек. Смотрите, какое мороженое купили.
I want you to read it, baby. Сейчас остановимся на красном. He gotta do it. Like babe, read it. What ice cream I got for you? Plumbing? What's the other mean? Plumbing. Plumbing, that's ice cream, vanilla. Read it what it says on the top. Kreshati? Oh, you know what's like, Kreshati. The street. Street where? I get the, I bought this. This bracelet. In Kreshatik, yeah, at the Kreshatik. You see that? Да, он купил этот браслет на Крещатике, между прочим. Браслет, да, на Крещатике, точно, именно там. Такой маленький магазинчик был, сувенирный, до сих пор носит этот браслет. It's gonna rain. I know, it's already raining, look at... Yeah. А я себе вот такое мороженое взяла, по-моему, это израильское. You didn't go in Florida today. Сейчас открою, там и пломбир, по-моему, и это карамельное. Очень люблю карамельное мороженое. Ни разу такое, да, карамелька нарисована. Ни разу не ела такое. You look like Shrek. Shrek, be careful driving, Shrek. You have to try Krishatik ice. Крещатик, Крещатик. Я пытался Крещатик. Да, и там можно получить характеристики на каждый день, и, конечно же, попасть. Попробуй Крещатик. Мастер-классы и лекции по следующему месяцу. Спасибо вам, и до встречи. Я хочу попробовать этот. You fucking open the ice cream for me, I don't want it. But it's gonna melt. No, don't bring your... I wanna try mine. Карамель. О, smells so good. А, не, просто карамельное. Вот такое обожаю карамельное мороженое. Оно уже растаявшее. Уже мягкое. Вкусно. Шалю. На здоровье. На здоровье, да. Понятно. Ходят по супермаркету. Ну, там же все понимают по-русски. Ходит по супермаркету, какие-то отдельные слова говорит. Собака. Люди на него смотрят, какая собака. Смешинка ты моя. Мороженое с кофейком. Это такая вкуснятина. Что мое? I don't want nothing. I'm full. I just want to lay down for 1 hour. Still got time. I work in 6:30. I live in Fajkai. If I find parking, that's the most beautiful thing I can. Ну что, девчонки, мальчишки, мы дома. Как мы? Я дома. Муж уехал уже на работу. И мне сегодня пришла посылочка. Сейчас у нас будет с вами распаковка. Эта часть видео будет, скорее всего, интересна только девочкам, потому что пришла моя бижутерия. Очень люблю бижутерию, заказываю ее много. И не вся она мне нравится. Бывают, ну, вот такие, знаете, бижутерию заказываю с недорогих сайтов. Бывает, ну, такая удачная покупка или серьги, или браслет, который ношу с удовольствием. А бывает такое, что один раз один, ну, ладно, неважно. Сейчас покажу, что заказала. Значит, сайт Temu называется. Одно время только с AliExpress заказывала. Ну, AliExpress это идет из Китая очень долго. Потом нашла... Наш сайт очень похож на AliExpress, называется Shein, но он отсюда из Америки. А вот сейчас перешла на Temu. Поставлю вам эту скриншот, тоже похожий на AliExpress и на Shein. Что заказала? А, цены, вот сейчас не помню, буду, напишу вам цены. А потом, когда сделаю, ну, короче, в процессе увидите вы цены. Так, заказала вот такие вот два ожерелья. Что-то мне захотелось что-то белое. Знаете, вообще люблю, очень люблю, девчонки, белую бижутерию. Значит, заказала вот такой вот. Один, если я не ошибаюсь, ну, уже давно было, сколько там, неделю назад заказывала. Один я заказала, по-моему, из натуральных камней. А вот этот, я думаю, вот этот все-таки, ну, хороший, вроде бы хорошее качество. Мне захотелось какое-то вот такое вот белое, короткое
Ожерелье вообще не люблю. Длинные вот бусы не люблю. Не знаю почему. У меня есть там пару, но я их как-то не ношу. Люблю все короткое. Вот такие вот бусики белые, перламутровые. Вот это, по-моему, не натуральный камень, но неплохо смотрится, я довольна. Посмотрите, какая прелесть, девчонки. Вот я заказала два, одни бусики из натуральных камней, а вот эти можно с удовольствием будет носить на работу. Посмотрите, какая прелесть, девчонки, я очень довольна. Цены невысокие, совсем невысокие на этом сайте. Цены я вам напишу. Так, и давайте сразу посмотрим вторые бусики. Вот эти, по-моему, из натуральных камней, в такой красивой упаковочке. Да, это натуральный камень, они и тяжелее, знаете, качество такое. Ну, это такое будет на выход, смотрите, какая прелесть. Да, эти шикарные, конечно. Опять же, цену напишу. Здесь золотая, ну как золотая, позолоченная. Желтая застежка здесь. Серебряная, позолоченная и посеребренная. Так, ну померяю эти. О, эти даже приятнее на шейке чувствуются. Смотрите, какая прелесть. В принципе, они похожи на друг друга. Ну, почему я... Знаете, когда что-то на этом сайте заказываешь, потом сразу тебе дают рекомендацию на что-то похожее. Вот эти, конечно, шикарные. Эти как бы немножко, они такие, знаете, помятые или, как сказать, волнистые. Но эти буду носить на работу. Классно, правда? Дальше, дальше, дальше. Как я уже сказала, люблю белую бижутерию, поэтому заказала вот такие вот серьги. Смотрите, девчонки, какая прелесть. Это на лето, конечно, такие большие, белые. Сейчас померяем с вами. Тоже перламутровые. Мне кажется, к вот этим вот бусикам они идеально подходят. Пока что довольна, очень довольна я своими покупками. Часто, не часто, но бывает такое. Открываешь, или что-то поломано, или не нравится, я сразу выбрасываю. Потому что пару долларов, знаете, это такое. Так, а, что здесь две застежки? Подождите, это не застежка, это, наверное, что-то было для транспортировки, для пересылки. Так. Хорошо, что они не тяжелые. Я думала, что они будут слишком тяжелые. Не люблю, когда уши отвисают. Они не тяжелые. Так, где я уже застежку потеряла? Что не могу застегнуть? А мне нравится. Ну, конечно, не на работу, знаете, это куда-то. Куда-то в ресторан или в отпуск, на море. Что вы скажете, девчонки, как вам эти серьги? Ай, упустила застежку. Ладно, потом найду. Классные, мне кажется, классные. Да, бусики вот не очень большие, а серьги большие. Довольна я своей этой покупкой. Так, покупкой. Так, дальше. Еще один заказ, еще одни серьги. Это я увидела, моя босс. У меня два босса. Женщина и мужчина. Так вот, моя босс иногда приходит на работу в таких серьгах. Вот такие вот золотые. Что-то наподобие я увидела, решила заказать. Так классно на ней смотрится, так я решила себе заказать. Да, ну вот интересно, смотрите. Вот эта лицевая сторона, да, а вот это вот сзади. Они будут, наверное, переворачиваться, некрасиво будет вот эта задняя сторона. Почему не сделать одинаковые? Интересно. Ну, я вообще придирчивая, я, конечно, очень придирчивый человек. И вот люблю, не знаю почему, но люблю больше вот такие вот серьги, ну, с таким ушком, чем вот такие, знаете, гвоздики. Не знаю почему, мне кажется, эти как-то удобнее с таким ушком. Ой, мне нравится. Но вот это единственное, что они будут, наверное, переворачиваться.
Да, переворачивается. Ну ладно. Не буду я уж слишком так, знаете, придираться. Так, ну что, девчонки, что вы скажете? Может быть, не с этими бусиками, конечно. Ну, это тоже такие вечерние. Ой, мне эти очень нравятся. Напишите мне, какие вам больше понравились, белые или вот эти вот золотые, прям золото, 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 бриллианты. Все, вот такие вот мои покупочки. Я еще там заказала, но я вижу, что это не вся, не весь мой заказ, оно, наверное, как-то отдельно придет. И на этом, ребятки, буду заканчивать свой сегодняшний влог. Я там готовлю кушать, мы завтра едем к мамочке в гости. И мы с вами увидимся в следующем влоге. Пока-пока!